Так, не работает у тебя этот глюкнул. Download Master посмотрел. Еще одну программку нашел. XDM. Так, ну вот он, XDM Home, XDM Download Manager. Заходим на сайт. Здесь Download. Windows, Linux, Mac OS. Запускаем. Я посмотрел, программа вроде не хуже этого Download Master. Ах, ну здесь защитник вечно ругается. Ничего страшного нет. Дать какой-то модуль. Так, ну вот так программа выглядит. А вот. Можно на русский перевести. Так, выходим из программы. Запускаем вот на русском. Инструменты настройки. Отслеживание в браузере. Вот, установить дополнение Firefox, Google Chrome. У меня еще здесь Google Chrome, Firefox. Вот, установим на Google Chrome. Установить расширение. Также подхватывает видео с YouTube. С какой-то поменьше надо найти. Вот внизу появляется окошко download видео. Нажимаем его. Сразу можно либо исходный файл, либо на конвертацию поставить. Загружаем. Здесь более скрыть. Так, ну вот он. Загрузил, однако. Здесь в загрузках сразу появляются вот папки. Архивы, документы. Хлам-то я написал. Музыка, программы, видео. Вот видео. Так, ну вот он у нас свойство МКВ. Например, нужен нам МП4. МП4 правой кнопкой и где здесь конвертировать. Конвертировать. Настроить конвертацию можно. Ладно, пусть не будет висеть. И конвертируем. Правда, при конвертации почему-то не предусмотрели скрывать это окошко. Если выключишь, то оно прекратит конвертацию. Поэтому вот оно и висеть должно. Ну и вот оно по пути вот поэтому находится. C, пользователь. Бум. И видео. Ну вот уже у нас оно в MP4. Вот так. Так, еще что. Ну и в отличие, например, от Tor Download Master или Free Download Manager, он качает с Яндекса, например. Вот я пробовал. Не Download Master, не. Ну или хотя бы этот хрен. Ни Free Download Manager не подхватывали отсюда вот видео. Здесь вот выскакивает окно. Ну правда здесь вот в формате TS. Но на данный момент TS-то читается. Ну естественно не со всех сайтов он ловит. Так что здесь у нас здесь
1080, 720. Я большой не буду, наверное, маленький этот скачаю. Исходный ТС. Ну вот давай сразу и сделаем конвертацию вон за раздлин, наверное. Ну вот MP4 загружаем. Скрываем. Так, ну вот он скачал загрузку. Сейчас пойдет конвертация. Вот она конвертация пошла. Вот 1%, но это, конечно, долго будет. Так, по настройкам что есть посмотреть. Ну это понятно. Браузеры. Mozilla, Google, Chromium, Opera, Vivaldi. Даже Microsoft Edge этот. Ну и старые браузеры. Каталог загрузки по умолчанию. Здесь вот изменить можно. Куда качать. Временная папка. Ну, временная, в принципе, можно. Обычную. А где у меня апдат? Вот она. Под временную можно и эту отдать. Параметры подключения. Ну это параметры сети. Планировщик загрузок. Так, менеджер управления паролем, что-то в данных веб-сайтах. Что там в дополнительных настройках? Вот настройки. Так. Ну, понятно, если выключить предотвращение спящего. Запустить программу. После это совсем не знаю. Сканировать файл антивирусом после загрузки. Ну и запуски, при запуске системы, да, это снять можно. Лишний раз щелкнуть по значку, чтобы лень. Так, ну вот 6%, ну довольно-таки не скоро это будет. Почти переконвертировал, ну вот сконвертировал уже все. Ну вот с именами, конечно, тут беда. Вот так вот получается.